Скажем, если у меня есть ненависть по отношению к кому-то, мне это больно, мне плохо, меня это сжигает, неприятно мне это. Я хочу это исправить. Неверно. Неверно. Это отношение маленьких. Отношения маленьких. Это не младенцы, где, если он кого-то ненавидит, он хочет его побить. И не отношение психолога, который говорит, нет, ну как, я должен это исправить, превратить ненависть в любовь. Ты должен покрыть ненависть любовью, покрыть. И чем больше будет больше ненависть, у тебя есть возможность построить большую любовь. Так, чувствую себя плохо в первый момент, потому что ты еще не исправил ступень. И поэтому, когда она раскрывается, то в первый момент ты страдаешь, ненавидишь, не хочешь. И так, пока ты не начинаешь присоединять к разуму, к чувствам разум, и это благодаря атмосфере группы, которая есть вокруг тебя, насколько они придерживаются этого принципа. И тогда, если так, то ты продвигаешься к тому, что все преступления покроет любовь, только покроет. И если исчезнут преступления, то и любовь исчезнет. Так это в духовном. Все существует только пока существует противоположная ему вещь. Написано, герой среди героев — это тот, который превращает ненавистника в любящего. Это говорится и относительно людей, и о твоем злом начале. Оно ненавидит тебя, так преврати его в любящего ради отдачи. В этом все дело, что я сейчас хочу пробудить этот подход до того, как мы на конгрессе сблизимся и почувствуем различных людей, чужих, разных, как нам работает над этим, чтобы действительно не потерять возможность.